Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать проходить карту, где будем путешествовать по различным блокам в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам мы продолжаем проходить эту замечательную карту. Да, ребята, это вторая часть, поэтому влепите огромнейший палец вверх и на мой видос, и на видос Евгения. Набираем 15 тысяч лайков и сразу же выходит продолжение. Вы же любите прохождение карт? Любите, поэтому... Да, любим, да. Любим, все мы любим, да. Ну что, Эдуардо Перециано, на чем мы остановились? А, вот, да, на чем мы остановились. Мы прошли два уровня. И... Да, мы прошли два уровня, осталось еще два, как еще я помню. Еще два. А где мы сейчас? Мы находимся в гигантской пещере великанов, да, каких-то? Да, слушай, ну знаешь, в чем проблема? Тебе книжку не дали новую? Нет, не дали, тебе дали. А у меня в моей... Нет, у меня... А вот тут, так вот тут, сундучок уже у нас есть. А, да, да, короче, у нас, как и в предыдущих двух уровнях, у нас есть задание. Нам нужно скрафтить крылья. Крылья! Офигеть, то есть мы будем тут летать! И нам нужно убить всех пауков на блоках лазурита, понимаешь? Офигеть, ты понимаешь, в чем прикол? Мы будем как мухи с тобой тут летать. Ааа, да шо ж то такие, где я? Подожди, а как тут... Все хорошо, а там у тебя есть перышко, ты разбегись. А, так я понимаю, но типа, это... Давай, прям так. Вот смотри, такой... Опа! Да шо ж то такие происходит? Ты постарайся прям на одном дыхании пройти, понимаешь? Так нужно прям пиво, понимаешь? Так, я не останавливался, я сразу бежал. Да почему shift не работает, мать вашу, за ногу, а? Ну хорошо, ладно. Опа, ну наконец-то, с третьего раза. Хорошо. Тут есть факел, он нас хочет сожрать, мне кажется. Факел мне не нравится. Вот смотри, я зато там вижу сундучок. А что в этом сундучке? Давай, ты сундучок прочекай, я зато... Элитрошард, нам нужно найти 6 элитрошарда, понимаешь? Ага, я нашел еще один. 6 элитра. Еще один. То есть у тебя 4. Подожди, да? Элитра Нексус у меня какой-то. Нексус? Это, конечно, все элитра... хорошо. Только мне кажется, Нексус нам не пригодится. Не, понимаешь, что у меня элитра. Ёханый ты бабай! Телепортируйся. Вы меня литролями, да? Предыдущий серия, я все падал. Смотри, у меня есть элитра шард и элитра Нексус. Я вот не знаю, в чем они отличаются, но ладно, пойдем. Ну это, конечно, круто, а куда нам дать? Опа! Это что сейчас было? Я сейчас вообще офигел немножко. Это вообще было как-то нечестно. Я манал, это перышко, честное слово. Ладно, ты так тоже можешь. Я заколебался эту фигню проходить. Так, подожди, а нам что, нужно вообще или нет? Конечно нужно, смотри, опа, я сюда перепрыгнул. Куда я перепрыгнул? Короче, мы уже, наверное, можем скрафтить эту фигню, потому что... А как мы скрафтим, если у нас двое? А мы только одни крылья скрафтим. Ну, может, нам дадут... Ну, и фиг его знает. Давай, короче, как-то скидаем все в одну... Стоп, подожди, может, нужно крафтинг-тейбл вот сюда кидать? Вот, где? Да. Подожди, а как нам на печку забраться? Вот тут как-то можно забраться, только как? Подожди, а у тебя сколько литра вот этих 4. Вот? 4. А, у меня один, вот. И плюс еще Nexus. А, плюс Nexus? Да, я что-то не понимаю, подожди. Что-то странное. Короче... Ну, там есть верстак, в самом начале есть верстак. Да? Да. Ну я предлагаю сначала забраться на печку и посмотреть, что там такое есть. Вот смотри, проходим сюда. Мы что-то были. Так ты подожди, может тут... Ай, ну блин, ну почему? Так ты заколебал так... умирать, ты заколебал. Так, тут ничего... А ну, я умираю. Жека, а ну скинь вот эту фигню, я посчитаю, сколько у нас вообще в сумме. Давайте. Ну, у нас 5 и Nexus. 3. Сложно! Математика у нас сложная штука. Хорошо. Куда дальше? Ну, мне кажется, сюда точно не надо, потому что мы здесь уже прочекали сундук. Это хорошо. А куда нам дальше пойти? Вот смотри, я вижу, там внизу есть кнопочка. Кнопочка, да. И еще тут есть какой-то типа паркур. Типа паркур. А как вот туда забраться на вот этот типа паркур? Мне кажется, что это уже будет, когда мы с элитрами будем. Мы типа оттуда сюда перелетим. И вот так вот. Вот так вот. Подожди, а лазуритный блок нам нужен? Нет? У тебя нету кнопочки там, например? Кнопочки у меня нету. А что делать? Что делать, Жека, я не понимаю? Подожди. Давай попробуем вернуться к верстаку и попробуем скрафтить элитры. Не, ну элитры у нас не получится скрафтить. Не получится? Почему? Ну, у нас просто не хватает еще... Так, подожди, где верстак ты видишь? Ну вот, смотри, он в самом начале стоит. А, может, что-то в печке? Есть, я нашел! Так, смотри. Опа, и такой... Оп! Вообще, Евгений, смотри, у меня есть элитра, смотри. Опа! А вот. А вторая есть? А, нет, ничего нет. В смысле нет? А, вот так, ну одна получилась, а вторая нет.
смысле, а мне? Супер СТ! Ну хорошо, так уж и бы... Нет, это мое, не бери! Спасибо, спасибо. Ну что, хорошо, тогда у меня 2 литра. Ладно, 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 обмен, обмен. Ну хорошо, держи. Спасибо, спасибо. Так, а что, куда мы полетим? Куда мы полетим? Куда мы полетим? У меня тоже такой вопрос. Ну смотри, я предлагаю полететь. Пойдем, пойдем. Эй, подожди, 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 подожди. Опа, опа, опа. Вот тут go up, смотри. Я тут нашел. Ты где? Я тут бегу. А я вниз спустился. Вот смотри. А, ну я сейчас тоже спустился. Ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Это, конечно, все хорошо. Да, это все хорошо. Это очень все. Подожди, я кажется, понял, в чем прикол. Смотри, короче, мне кажется, что нам нужно вот отсюда перелететь вон туда. Сможешь так сделать? Да, молодец. Конечно смогу, конечно смогу. Опа, опа, так. А теперь сложный паркур, сложный паркур. Первый очень сложный паркур. Давай, Жека, ты первый. Ага, хорошо, хорошо. Надеюсь, что мы не грохнемся, потому что если мы грохнемся, то все. То все, кирдык, понимаешь, заново карту все проходить. Все, мы справились, мы справились. Сложный, очень сложный паркур. Да, вот сюда, вот сюда, за мной, за мной. Подожди, да. Подожди, сундук, сейчас... сундук, сундук, сундук! Кнопочка! Сейчас... Да подожди, ты подожди! А, что за кнопочка? Что за кнопочка? Куда его поставить? Их, на золотой блок, который снизу мне. А, хотя не, подожди, стой. Нет. А ну, давай за мной, давай, Жека, подожди, давай за мной. Готов? Готов? Давай. Раз, два, три! Полетели! Давай за мной, за мной, за мной! За мной, за мной, за мной, за мной! Вау! Видишь золотой блок? Я сразу его спалил! Нифига себе, нифига! Спайдеры. Спайдеры! А, давай, зараза, бей, давай, бей! Давай, подходи, падла, давай! Только не умери, только не умери. Все? Не, снизу смотри, еще куча их. Полетели к ним, короче. Жека, ты что, с ума сошел? Да подожди, ты один жесток, Жека, ты пишешься! Да! Жека! 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 Я уже здесь! Ааа! Так я заколебал умирать! Так, Жека, я уже одного убил, я одного убил! Да ты заколебал умирать! Я сам умираю почему-то. Подожди. Я всех убил! Без тебя уже справился, понимаешь? Я прям жестокий, я прям жестокий. Хорошо, а дальше куда? Я тебя морально поддерживал. Ты, конечно, молодец. А что дальше? Мне кажется, где-то еще есть спайдеры, потому что... Ну, мы выполнили, в принципе, все задания, как я вижу. Ну, что-то должно было открыться. Да, что-то открыться или... Нет, мне ничего не удалось. Может, спайдеры еще где-то есть? Спайдеры, да, вот я вижу спайдера! А ну иди сюда, падла, а ну иди сюда! Сюда! Убил, убил, все убил. Так, молодец. А что дальше? Кнопочку не дали случайно? Не-не, вон, смотри, вон еще, он на потолке. Где? Ну вот не на потолке, а на стене. Охренеть, как ему туда добраться? Я не знаю, как туда добраться. Давай, Жека, давай, полетели, полетели! К спайдерам этим! Полетели, полетели! Я не фигово полетел, я очень фигово полетел, Эдисон! В смысле? Так, я... Он упал, он упал, Жека, вали его, вали его, вали его! Молодец! А, он со мной, он дебил. Хорошо, а куда дальше? Мне кажется, где-то еще должен быть спайдер, где-то еще на потолке. На потолке, думаешь? Но я на... Я, по крайней мере, ничего не вижу. Может, ты увидишь. Я вот сейчас, я смотрю. Чекаю, короче, не, ну тут было написано... О, мне дали кнопочку, Жека, кнопочку! Да, ну, лазуритный блок. Лазуритный, да, лазуритный. Где да, он? Да, телепортируйся, телепортируйся ко мне, давай. Так, подожди, подожди, подожди. То есть мы прошли уровень, да? Да, ура, ура, все, остался последний Опа! Уровень. Последний уровень и... Последний так, смотри, тут что-то интересное, что-то редстоуновское какое-то. Так, подожди. У нас есть книжечка. Книжечку нужно прочитать. Давай, так. давай, читай. На самом деле задание очень простое. Нам нужно добраться до редстоун факела. И все. А, да, ну это изи, пойдем. Думаешь, ты знаешь дорогу? Ну ты молодец, хорошо, давай. Так, потопали, подожди. Нет, я не знаю дорогу. Ты знаешь дорогу. Я тоже не знаю дорогу, поэтому надо как-то найти ее. Мне кажется, где-то вот здесь что-то должно быть все-таки, да. Найти. Да. Я вижу тут двери, и тут есть кнопочка, Жека. Иди сюда. Так, я бегу, бегу, бегу. Заходи. Я зашел. Ой, ты ёханый бабай. Что там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. В смысле? Смотри, то есть ты должен... Ага, потом мы делаем так, потом мы делаем вот так. Давай, Жека, давай. Давай. А дальше что, Всё? А! В смысле? Что это было? Подожди, давай, короче, тимворк, стой тут. Да, хорошо, я стою, я вижу там кнопочку наверху какую-то, давай. Ты не прыгай, то тебя не подкинет. А, да? Давай. Да, мне кажется, тебе нужно просто стоять. Жека. Давай. Ты опоздал! Да, я всё, сейчас давай заново, давай. Опа. Давай, подожди. Опа. Давай. Опа, сюды. Давай, Жек, ты тоже, клацай на кнопочку вот эту. Давай. Я нажал! Да! Отлично. Мы прям молодцы. Я застрял! Так, подожди. Вот сюда, нам нужно выше. Идем. Жека, вы прям гений, понимаешь, гений. А как?
Вот так. Что ты сделал? Как а вот так, а вот так. Хорошо. Так, я предполагаю, смотри, у нас тут есть водичка. Видишь, водичка. Да, ну и у нас здесь там... больше нету, к сожалению. Нету? А что за фигня, я думал, есть. А-а-а! Если он подожди, не умирай, я тут немножко косанул. Давай, 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 ты пехайся. Да чё ж так сложно забраться? Там на самом деле ты не торопись, потому что тут что-то я не знаю, как спрыгнуть. А, не, вот, вот. А, вот, вот, давай. Опа, опа, так, кнопочка. Кнопочка. А-а-а! Что за хрень? А-а-а! Прикольно, прикольно, мне понравилось. Хорошо, продвигаемся дальше, Жека. Продвигаемся дальше. Так, мы уже в следующем блоке, я не знаю, в каком мы блоке, но где-то все. Мне кажется, хорошо. Мы где-то в печке опять или нет? Так. А смотри, кнопочка! Опять? Садись! Бра! Смотри, этот дроппер был, мы прямо из него так вылетели. Прикольно, так, Жека, я предполагаю. Ох ты, ёхан. Давай, ты первый. А может ты все-таки? Да. Опа, опа, это прям, слушай, это как в троллинге, невидимые блоки. Невидимые блоки. Секретная троллинг-ловушка просто. Затроллил друга, 99% не увидели. Понимаешь? Да. Так, смотри, тут тоже какие-то непонятные... Подожди, да ты подожди меня, я как бы еще не добрался до тебя. Подожди. Давай, я тебя жду. Опа, смотри, все, я тут. Тут непонятная тема какая-то, мне кажется, нужно спуститься вниз. Нужно очень осторожно. Спускаемся вниз. Подожди. Спускаемся, давай. Я спустил, и тут кнопочка есть. Ага, что она делает? Она заспавнила свинюшку где-то. Вот, наверху, давай. Давай, нужно давай, подняться. Давай, нам еще одну свинюшку надо, поэтому давай. Так давай. Ну что так все сложно-то? Давай, садись на синюю. Вот она нету. Да подошло что такие? Я еще одну заспал. Ага, я сел. Вперед! Вперед, свинюшка, в атаку! А что такие? Хрю-хрю! Подожди, я тоже хочу свинюшку! Я не понял, что это было сейчас, это было прикольно. Так если давай, ты справишься. Свинюшка у меня улетел. А, охренеть! Да подожди, ты-то подожди, свинюха! Гагарин, просто Гагарин. Так, смотри, а, все. Все? Видишь, Лиза, ты не закончил карту, я закончил. Я хочу закончить карту! Подожди. Это моя карта, Опа, я закончил! Ну ты молодец. Не, ну слушай, хоть тут осталось проходить совсем немножко в этой серии, но... Ну, на самом деле, мне понравилось. Карта реально прикольная. Ребят, мы, наверное, все же оставим эту карту в описании, поэтому проходите ее вместе со своими друзьями. Карта очень даже прикольная, да. А, собака. Это месть. Ну хорошо. Так, подожди. А что мы будем говорить, ребята? В первую очередь мы вам скажем огромное спасибо за просмотр и лепите еще больше лайков, чем вы лепили до этого. Давайте наберем 15 тысяч лайков. Мы обещаем то, что мы еще будем проходить вот такие карты. Вам же нравится? Да, я думаю, эта карта прям реально очень необычна. Можем почувствовать себя в мире гигантов просто. Да. Поэтому, ребята, подписка, как обычно. Лайкусики. Мы с вами прощаемся. И подписка. Я сказал тоже подписка. Ну подписка еще не только на канал, но еще и на Инстаграм. Короче, ребят, все ссылочки можете найти в описании, вот. Поэтому там все есть. Ищите. Ищите. Слышите? Да. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока. До свидания, ребят. До свидания. Пока.